на улице сегодня проходит общая республиканская акция «Скорбим и помним». Как вы знаете, в Актау был убит один из профсоюзных деятелей нефтяников Турбаев и дочь одного из профсоюзных лидеров Жан-Сауле Карабалаев. Они были убиты жестоко. До сих пор властями не дан ответ. И правоохранительными органами не найдены убийцы этих людей. Сегодня мы хотим посетить их память минутой молчания.